сейчас очень интересный фигурист. Японец Ханью. Мне очень нравится, как он исполняет тройную аксель. Он делает это с выкрика назад наружу. С такой длинной-длинной въездной дуги. Если у него он получится, то, конечно, он хорошие очень баллы поставит. За исполнение Заксия. Великолепно выступил он на московском этапе Гран-при. Фактически за счет победы там ему удалось пробиться в финал. Причем в финале он был четвертый по не путаю. В декабре исполнилось только 17 лет. Не стал вот рисковать, и, наверное, в данном случае, может быть, и правильное решение принял Ханью. Вот о чем я говорил, выкрик назад наружу, и 3,5 акселя. Устоял без касания второй ногой, хорошо. Все равно судьи очень оценили классно. Да, да. 3,5 аксель. Хороший плюс. Все оценки плюс 2. На всю длину программы. Не, ну, в Японии появился еще один очень серьезный конкурент. Да, внутри это уж страны точно, и остальным странам и континентам. И похоже, что приходится нам постепенно начать забывать о бедняге на Гунаре-Оде, который при всем своем таланте уже столько раз вот эти самые бабочки прыгал. Что... Знаешь, я как раз вот перед началом турнира вспоминал. Сегодня еще в Филиппине скатался, который мне чем-то уже внешне напомнил. Неплохой филиппинец. А вот это Эдзуро Ханью. Или Ханью, что еще не знаю. Одна дорожка шагов. Настроился парень. На третий уровень все врачи.